Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем на Родина РП, Центральный округ. У них здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте увидеть в них по регистрации. Если увидеть мой ник и прокачать 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Поэтому обязательно вводите мой ник по регистрации. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне, за него получите очень хорошие плюшки. Вся информация есть в описании под видео, поэтому переходите, смотрите. Сегодня будет необычное видео. Сегодня я решил устроить гонку, получается, с игроками на деньги. Гонка получилась, к сожалению, только одна, но она была очень эпичная и смешная. Поэтому видео будет короткое. Надеюсь, вы не сильно обидитесь, потому что найти игрока, который готов погоняться с тобой, тем более, когда у тебя ламба, это очень сложно. А стопа никто гоняться не хочет против ламбы, потому что это самая такая имбовая быстрая машина. Но если вы наберете здесь много лайков, то я куплю какую-то машину, либо отремонтирую Теслу и попробую записать подобное видео еще раз. Всем желаю приятного просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, погнали! Короче, пацаны, сейчас будет гонка на 1 миллион, понимаете? Просто на 1 лям сейчас будет гонка. Это реально просто жестко. Типа отсюда будет гонка до автошколы. На 1 миллион гонка, блин. Просто гонка на лям, блядь. Ты чё, охуел, чувак? Он перевернулся. Давай, 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 давай. Он перевернулся и улетел. Я должен выиграть. Он просто в воду улетел, прикиньте. Просто гонка на лям, пацаны. Надо быстро ехать. Вы получили приз в размере... Так, Вадим проиграл гонки. Ебать, он проиграл лям просто, понимаете? Я просто лям поднял с нихера, понимаете? Мы даже не доехали. Мы просто даже не доехали, и я у него просто выиграл лям. Он просто в воду улетел. Он меня подрезал, получается, не справился с управлением и улетел в воду просто. Походу, он еще и офнулся, да, получается? Он, короче, ездил на Нашане, типа, кричал, давайте гонку на 5 лямов, типа, от Нашана до автошколы. Я такой думаю, ну ладно, поехал, взял ламбу, короче, и в итоге я им предложил на лям, потому что на 5 лямов, типа, я думал, какой-то подвох есть. Но в итоге я у него просто лям выиграл, понимаете? Я у него просто выиграл лям, с нихера. Так, ладно, давайте поедем, может, еще кого-то поищем. Либо он обратно приедет на Нашан, короче, и мы сможем, получается, с ним еще погоняться. Ну, бля, он, видите, он меня подрезал специально. Я уверен был, то, что меня будут подрезать, ну, типа, у меня лампа, у него Lexus, я по-любому должен выиграть, типа. Тут, конечно, руки тоже решают, но в итоге он проиграл, потому что он не справился с управлением и улетел просто в воду.